Таиландское движение «Желтые рубашки» грозится массовыми акциями протеста в Бангкоке в случае, если премьер-министр не оставит свой пост. Причиной ультиматума стали действия главы правительства по разрешению территориального конфликта с Камбоджей. В деталях разбирался Георгий Гагуа. Это спорная граница между Таиландом и Камбоджей. Здесь вновь гремят выстрелы. Пока мир наблюдает за событиями в Египте, еще один райский уголок, Таиланд, может потерять тысячи потенциальных туристов. Я думаю, что борьба затронет наш бизнес и поставит его под угрозу, но нам необходимо бороться. Территориальный спор касается индуистского храма 11 века Прея-Вихея, который официально располагается в Камбодже, тогда как вход в него находится на территории Таиланда. В результате перестрелок одно крыло храма сильно пострадало. Перестрелка началась вчера вечером, несмотря на два соглашения о прекращении огня. Как обычно, в их нарушениях стороны обвиняют друг друга. В ходе конфликта погибли 5 человек, а тысячи крестьян пришлось срочно эвакуировать в безопасное место. Желторубашечники требуют разорвать соглашение о передаче храма Камбоджи и считают, что Вичачива не предпринимает достаточных мер для защиты религиозного памятника. Народный альянс за демократию планирует массовые выступления 11 февраля. Где именно они пройдут, представители Народного альянса не раскрывают. Георгий Гагуа, Аркадий Водочкория, канал ПИК.